Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Теперь Надежда, вероятно, может выступать только под фонограмму. Чтобы оставаться молодыми, многие звезды шоу-бизнеса прибегают к услугам пластических хирургов. Надежда Бабкина не стала исключением в списке и успешно омолодилась. Конечно, артистке удалось стать гораздо моложе, но вот какой ценой, сложно представить. Речь пойдет не о финансовой стороне пластики, как многие могли подумать, а именно о том, что может произойти из-за нее. После омоложения, Бабкина уже появлялась на различных шоу и многие не оценили данный образ. Если взглянуть на выпуск «Вечернего Урганта», где Надежда была в новом лице, то можно заметить, что ее мимика была совсем неестественной. Натянутую улыбку многие поклонники совсем не оценили. Однако, это лишь малая часть возможной проблемы. Недавно Бабкина опубликовала в Инстаграм видеозапись, на которой она в компании других людей исполнила песню. Конечно, все происходило на удаленке, ведь сейчас многие звезды на самоизоляции. Самое странное, что во время исполнения песни с легкостью можно было заметить, как Надежда не попадает в слова. Даже если сравнить с выступлением других людей в кадре, в то время как все широко открывали рот, Бабкина лишь чуть улыбнулась. Вероятно, причиной этого стала пластика. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего страшного. Однако, если более детально углубиться в ситуацию, то рисуется совсем другая картина. Чтобы попасть на концерт Надежды и послушать исполнение вживую, фанаты платят огромные деньги. Вероятно, поклонникам не придется по вкусу то, что артистка, возможно, будет неестественно изображать пение. Возможно, чтобы сохранить свою репутацию и не втоптать ее в грязь, Бабкина уйдет со сцены. Конечно, если это произойдет, то плакали огромные денежки, которые Надежда получала благодаря концертам. Не стоит исключать, что Надежда продолжит давать выступления. Однако негативные отзывы, которых и так немало, могут только усилиться и навредить репутации артистки.